А вот снова я. Просто у нас сейчас с вами 10 минут до того, как приготовится шарлотка. Мне очень хотелось бы ее вам показать. И еще поболтать с вами немножечко. Привет еще раз. Нас сразу очень много стало. Привет еще раз. Мы с вами еще не готовили шарлотку, но мы уже приготовили с вами зато ленивую овсянку на завтра. Знаете, мне кажется, что это самое простое блюдо. Самое простое. Что положил, залил, поставил. Все. Больше ничего делать не надо. Она сама там приготовится. Овсянка в банке. Привет. Спасибо. Тема эфира – готовим шарлотку. Вообще готовим из овсянки, так я так уже поняла. Мы сегодня готовим все из овсянки. Спонтанно. Когда будет проходить Мисс Вселенная? С 22 по 25 ноября. Цена марафона «Снегурочка» – 600 рублей. Сегодня ждите объявления о марафоне «Снегурочка тает». Обязательно, потому что... А у нас уже начинается старт продаж марафона «Снегурочка тает». 26 ноября он начинается. Там будут очень интенсивные тренировки на все группы мышц. Очень интенсивная программа питания. Не диета, а именно сбалансированный рацион. Там будет тоже 4 варианта меню. Так что имейте в виду вариант меню и для тех, кто на ГВ, на грудном вскармливании, расшифровываю, и для тех, кто не ест животный белок. Для вас, для всех все продумано. Вот, поэтому ждите, сегодня будет объявление, можно будет уже записаться. Когда планируется марафон восстановления после родов? Вы говорили, в декабре, боюсь не успеть. Это не марафон, это проект. Я сейчас жду от технической площадки добро. Про волосы я рассказывала очень много, пожалуйста, почитайте у меня в аккаунте очень-очень много-много-много-много-много информации. Запись с трихологом, девочки, у нас в марафоне. А мы сейчас с вами находимся не в марафоне, а на моем основном аккаунте. Сайт кроссовок нет, не знаю. Рибок. У меня все кроссовки практически Рибок. Я делала ленивую овсянку, но у меня горчит. Это из-за овсяных хлопьев. Попробуйте из других овсяных хлопьев сделать. Потому что, как правило, это проблема овсяных хлопьев. Спасибо. Найки тоже удобные, да. Спрошу четвертый раз. Воды пьете сколько? А можно поменьше вопросительных знаков? Я не видела ваш вопрос. Я пью много. 3-4 литра каждый день. А сколько у меня телефонов? 3. 3 телефона у меня. Масло растительное в кашу в ленивую добавляйте? Нет. Зачем? Странно. Я с вечера варю овсянку, так полезно, не знаю. Зачем ее с вечера варить? Мне кажется, это невкусно будет. Встреча с трихологом, буду запись смотреть. Да, у нас в марафоне ножки с обложки, очень классный трихолог. Что про масло кокосовое скажешь? Нас этого ругают прямо... Это не кокосовое масло. Есть кокосовое масло, есть кокосовый жир. Не кокосовый, а пальмовый жир, поэтому его ругать нельзя. Я писала, наверное, миллион статей про кокосовое масло. Оно очень полезное. Это очень полезный продукт, очень хороший продукт. Очень натуральный продукт. Но главное, чтобы оно было натуральное. Да, чтобы оно было сделано из кокоса. МТС, не знаю, что такое. Можно купить где-то в Германии витамины Ultra Woman? Не знаю. Наверное, по интернету. Скажите, пожалуйста, насчет изолят для похудения. Не знаю, что такое изолят для похудения. Что вам сказать нужно по нему? Ой, девочки, вы начали писать. Подождите. Очень нравится. Девочки, я не знаю всех протеинов. Я не знаю всех производителей спортивного питания. Вы думаете, наверное, что я какой-то, не знаю,
гуру спортивного питания? Нет. Я не знаю, к сожалению, всех фирм. Посмотрите, пожалуйста, на состав и сделайте выводы самостоятельно, хороший он или нет. Только что была на эфире с остеопатом. Я рада, что вам понравилось. Из Болбы. Из Полбы. Она через букву П пишется. Из Полбы. Варём. Губы некрасивые, за ним не идет тебе. Иди в задницу. Мне нравится. Мужу нравится. Поэтому любые другие мнения... Мимо. Сколько я сплю? 6 часов примерно. Ой, блин. У меня не прокручиваются комментарии. Я не знаю почему. Блин, у меня не прокручиваются комментарии. Какой вы выбираете протеин? Не хочется плохого качества. VP-Lab. Девочки, ну, смотрите, я спонсируемый спортсмен компании VP-Lab. Что вы хотите от меня услышать, кроме этого бренда? Я не имею права называть никакие другие бренды. Ни в прямом эфире, ни в сторис, ни в директе, ни в комментариях, нигде. У меня есть контракт с фирмой, лицом которой я являюсь. Мне 31. Столько не живут. Уже почти приготовилась. У нас сейчас с вами почти приготовилась шарлотка, поэтому сейчас будем с вами прощаться. Прочитала вашу книгу. У меня получилась подобная ситуация в жизни. Ваша книга дала толчок для дальнейших действий. Душевный человек, спасибо вам огромное. Я очень рада, что мой дневник оказался вам полезен и затронул струны ваших душ. Скажите, пожалуйста, немного соли не повредит поесть? Обязательно нужно соль употреблять. Обязательно. Вот уже 2 поста написала на эту тему за последнюю неделю. Не читайте. Почему не читаете? Почему не читаете? Что готовлю сегодня? Шарлотку. Ой, это я тут занавеску свою показываю. Я говорю, у меня что-то глючит. Телефон. Сейчас, секундочку. О, я вернулась. Вы пишете свой график на день? Обязательно, что я все забываю. Обязательно. У меня есть ежедневник, в котором я все пишу. Почему так мало спишь? Потому что у меня 3 работы. Семья, 2 детей, блог. У меня очень много дел. Блин, слушайте, я не знаю, что у меня с телефоном или с Инстаграмом. Я просто не могу пролистать. Возможно, встретитесь в Германии. Ну, навряд ли, навряд ли. Только если, когда я с собаками гуляю по полю. Участвовала в вашем марафоне, ни разу не пожалела. Я очень рада. Растяжку делаю? Делаю. Надо чаще делать. Почему я украинка? С какой стати я украинка? Русская я. Расскажите, как вы зарабатываете? Тренирую людей, составляю программы питания, провожу марафоны, продаю эфирное время в своем блоге. Работаю очень много, очень много. Многим столько и не снилось, столько, сколько я работаю. Девчонки, 1,5 минуты осталось. Немножечко вас, вам надоедаю со своим видом. На самом деле эфир я, конечно же, сохраню, а рецепт, наверное, напишу уже завтра утром, потому что сегодня хотела про Снегурочку написать. Про новый марафон. И не забывайте о том, что 24 апреля мы с вами вместе едем на неделю, на 7 дней в Турцию. Фитнес-тур. Об этом тоже информация уже была и обязательно еще будет. Стоимость тура без перелета 65 тысяч. Включено все остальное, кроме перелета. А что против Украины? А кто сказал, что против? Я ничего против не имею. Будет пост про сахар. Я вам что, справочная, что ли? О чем вы? Ай, спасибо. У вас есть домработница? Никто. Нету, конечно. Готовлю я, муж готовит. Убираемся мы тоже вместе.
Нет у нас домработницы. Так. Все. Я пошла смотреть шарлотку, забирать ее из духовки и показывать ее вам. Итак, наша шарлотка приготовилась. Посмотрите, как она красивая. Как она пахнет обалденно. Боже, это нереально. За счет того, что мы с вами сбили белки отдельно от желтков, у нас получилась такая очень красивая, красивый цвет, красивая консистенция. Нужно подождать, когда она немножечко остынет, а лучше, когда она совсем остынет. И вынуть ее только тогда из формы, иначе она может развалиться. Потому что у нас очень-очень много с вами яблок и очень мало как такового теста. Вот. Всем приятного чаепития, приятного аппетита. Всех обнимаю. Спасибо большое, что были сегодня со мной. Обязательно с вами встретимся еще на неделе. Всем пока!